Так, тогда включаем нашу запись, и мы готовы к полету. Так, дорогие друзья, сегодня у нас уже последние числа марта, если не последняя, нет, не последняя еще. Я забыл, сколько в марте чисел. Предпоследний день марта, весна идет полным ходом, вот, и события свершаются тоже полным ходом. Что я считаю на сегодняшний день, вот, ну, как вот меня сильно задело, в хорошем смысле этого слова, это то, что Россия, несмотря ни на что, развернула мощное мероприятие на земле Франца Иосифа, где в зоне, где колоссальные ресурсные запасы, потому что действительно говорят, что, например, Россия, она обладает, или вернее, скажем так, 83-86% запасов недр лежат за полярным кругом. Полярный круг начинается с северо-западной Сибири и выше, и выше, и выше. Ну и распространяется в том числе и на землю Франца Иосифа. Вот. В связи с этим вырастает, если кто-то интересовался разработками ученых, по поводу освоения севера, то там есть много идей, которые очень хорошо стыкуются с тем, чтобы использовать в ближайшем, абсолютно в ближайшем будущем технологию Скавей для развития именно вот этого региона. Поэтому у нас есть большой задел, и это радует. Теперь тут проскочила информация, я увидел, значит, я сегодня не следил, спасибо, кто здесь отметил, поздравил нас с бетонированием легкой транспортной трассы легкого транспорта. Это ту трассу, отрабатывается технология на той трассе, на которой мы видели первое движение Юнибуса.
Так, я надеюсь, сейчас меня слышно. По крайней мере, я боюсь уже включать. Прошу прощения, тут все-таки с интернетом большие проблемы. Вот, и я буду сейчас вещать. Без картинки вы меня уже знаете, слава богу, и суть не в этом, но пока. Алло, алло, слышно меня или нет? Каким-то моментом слышно. Я надеюсь, что меня слышно. Дайте понять. Я, по крайней мере, вижу, что звук пошел. Да, все зависло. Акции дорожают с каждой минутой.
По крайней мере, мы так считаем, и это уже хорошо. Алло, алло, не слышно, опять висит все, я вижу, что не идет звук хорошо. Да нет, должно бы идти. Так, хорошо, ладно. Смотрите, значит, давайте поговорим о том, который мне вопрос в чате задавали сегодня по поводу того, что там вчера выступал на вебинаре Сергей Сибиряков. Вот, и у людей возник, какую прибыль может получить инвестор за... Вернее, он сказал, что инвестор получит эту прибыль. И мне задали вопрос, что а какая прибыль, что это такое, мог бы я это дело пояснить. Вы знаете, дело в том, что здесь все проще простого. Я сегодня переговорил с Сергеем, потому что здесь может быть энное количество, ну, по крайней мере, три варианта. Вот. И он очень четко говорит, что не мудрствуя лукаво, а объяснил таким образом, что и практически подтвердил одно из моих предположений, почему он так мог сказать. Это то, что к концу года, 2017 года, прибыль может быть по следующим причинам. Первое, это то, что, скажем, стоимость, как бы, ну, инвестиций и то, что уже акций не будет для инвестиций, да? Снова меня, наверное, должно быть слышно, да? Да, на самом интересном месте, я снова повторюсь. Значит, смотрите, самое важное то, что к концу года, естественным образом, самая простая прибыль, которую может получить или может рассчитывать человек, это не значит, что эту прибыль в руки получит, да? Хотя, кто его знает, может быть и внутренняя биржа, может быть уже и общая биржа. Все возможно, потому что все зависит от процессов. И он, по всей вероятности, так и говорил. Там я не слушал вебинар вчерашний. Сейчас меня слышно, да. Ну вот. И поэтому в любом случае все, кто мы сегодня являемся и будем в ближайшее время акционерами, инвесторами, акционерами.
Тим, добрый вечер. Скажите, меня слышно хорошо? Владимир Маркович передал всем извинения свои. Сегодня у него никак не получается выйти, он уже несколько раз пробовал перейти. Поэтому следующий вебинар будет, он постарается сделать на другой площадке. А сегодня мы просто тогда отменяем вебинар. Вот, приносим свои извинения всем. Всем спасибо. Родион, я просто помогаю, ассистирую Владимиру Марковичу. Вот. В принципе, такой же инвестор, как и вы. Просто Владимиру Марковичу помогаю. Вот. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Нет, в чате он не может написать, потому что у него вообще плавает весь Мирополис, почему-то не грузится нормально. Поэтому не может. Поэтому позвонил мне и попросил, чтобы я перед вами извинился и отменил вебинар.